Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, или кто-то, да, или кто-то, и ребята. Да, всем привет. Привет, привет, или кто-то. Денис, Сергей, Женя. Так что, что нас ждет, мы не знаем, но мы справимся. Мертвец справа. Черт, у меня почему я мертвец? У меня справа вообще по отношению к Андрею Уоки. Да. Так, что там за поступки такие творится? Кто будет петь? Какой петь? Ну, Сергей сказал вперед из песни. А-а-а. Вот, вопрос. Кто куда? Мы летим на марч по классике, раз уж да, на Рэнде шторм. Полетели. А, стой, он... А, да-да-да-да. А, так мы уже на марче. Мы уже на марче, Андрюх. Ага, ну тогда... Старт гейм. Жми кнопочку. Давайте. Там один фонарик улетел прямо в текстурку. Классика. Ну что, разделяемся да? по каждому черному ходу, и у каждого свое собственное приключение, которое вы можете увидеть по ссылке в описании. Так что удачи нам всем. Удачи. Удачи, да. Так. Я побежал сзади. Так. Главное тут в воду не нырнуть. Слишком уж рано. Надо накопить денег за вот эти три дня. Выжить и отправиться на крутые планеты. А может быть, мы сможем отправиться на крутую планету уже на второй раз. На Рэнд. Или мы все деньги потратили. Так. Что? Мина на входе, да? Локт, ладно. О, Андрей, где-то недалеко от меня. Я недалеко, но я заперт. Мне надо выходить отсюда. Ага. Видишь меня? Я за решеткой вот этой. За решеткой? Ну вот за дверью ага, заперта. Да, да я вижу. Я пошел в другую сторону тогда. Хорошо. Так. Неудачно, но будем знать. Так, сможем здесь срезать? О, улей. Так, а куда бежать-то? Бежать куда-то туда. Хорошо. Бежим, бежим. Бежим, бросаем. Тихо, тихо, успокойтесь. А, вот и мой самолетик. Веселый самолет. Блин, не взял. Что ж там, Е прокликать всего лишь. Ладно, надеюсь, это окупится большей пользой, чем если я буду пытаться что-то там надыбать. Оп, взял. Бежим, бежим, бежим. Все, отстаньте от меня. Отстаньте от... Чёртовы осы. Чёртовы осы. Денис, как ты умер? Да. Я дурак. Я не разогнался перед прыжком. Печаль. Ну что ж, вся надежда на Серегу и Женю. Ну я вроде как бы улей-то принес, то есть 100 монет. Или там 50 ну, хотя бы. Только главное, чтобы ребята догадались, что ты его принес. Блин, я бросил его, чего таки нет, ты остаешься с нами. Я видел, я как раз в этот момент смотрел на тебя. Я такой решил посмотреть, что там с Андреем. Сергей уже так? Что, там набрался полного лута, то есть он там... Рыбу... Ну, это я набрался. А, он там... Я набрался, вынес, вот, а Серега пошел это самое. О, Серега тактик, бросил фонарик, да. Чтобы... О, Женя там... Вышла, улей вижу. Да, да там ульев достаточно, там и вот этот, который я таскал, еще был какой-то улей, и вот этот улей. Напрягающая музыка. Она уже сходит с ума. Сергей пока просто приносит. Так, что-то еще. Бракина.
А я, знаешь, зашел в черный ход, там один коридор и мина. И запертое все. И, то есть я увидел Женю через дверь, она увидела меня, я сказал, я пошел. Я понял. Срезал, нашел улей, подтащил его. О, Женя молодец. Не повторила моих ошибок. Тут заперто. Разбежалась. Да. А мы с Серегой встретились. Вот. Я сказал, что я полон. Он сказал, о, знак. Я такой, ну давай, я прыгну. Я перепрыгнул, взял знак, начал прыгать обратно и упал. Вот примерно так же, как о, смотри, как я улей-то бросил четенько на вершинке. И ноги. Ну, с торце корабля. Он под кораблем этот фонарик еще лежит, который не взят. Так, ну попробую улей донести. Так, сейчас будем смотреть, как Женя улей охотится. Смотри. В прямом эфире. Так, или не попробую. Это было очень мучительно. Ожидаемо. Ладно. Тем временем Сергей Добытчик, лучший игрок нашей команды. Серега, как всегда. Я был прав. Видите, видите, мы его не это самое, да. Мы его не третируем. Я сказал, что мертвец справа и Денис умер первее. Ну почему так? Андрей, это все ты. Ты все на карту. Сейчас они встретятся. О, вернулись. Ласк. Женя, так. Не слышит. Кто тут? Он увидел фонарик. Андрюха, походу, умер. Он таскал улей и умер. А-а-а. Денис прыгнул, так сказать, перепрыгивал через бортик и слегка не допрыгнул. Ага, понятно. Слегка. Так, ну, есть улей, и у меня недоисследованные коридоры, но там как-то вообще мрачно. Ну, я понимаю. Жень, и куча запертых. Да, скажу, может, все-таки конечно. Не будем разделяться. Может быть, сейчас. Может быть. Женя, не ходи туда. Женя, нет, не надо. Сергей, нет, пускай хотя бы увидит улей. Вон, он, улей лежит красиво. Вот они увидят, что улей-то принесет. Да, ну, вообще, есть еще два улья рядом. И потрепанная Женя. И потрепанный Сергей. Они потрепанные? Да, в принципе. Им надо просто запускать корабль и уже я брать. Я смотрю, где тело Андрюхи можно. А, он пытается тело Андрюхи найти. Мое тело. Я не знаю, куда его отправили. Ну, я когда именно я вот думаю, это... Что... Я вот здесь фонарик увидел. Угу. Вот в этом месте. Я его уже подобрал. Ну, тут его... О, а вот и тело нашел. Из кустов где-то вынул. Сергей фокусник. Ага. Ну, я предлагаю не рисковать. Ну, иди ладно. Туда к улью, чтобы когда я взлетел, ты подобрала и сюда. А, ага, хорошо. Сейчас я тогда. Четко. Скажешь, когда... Сергей, все по полочкам. Да, разложим. Давай взлетать. Рановато она, по-моему, отправилась. О, но все-таки она выжила. Да ладно. Ну, я и так покусанная была. Она еще покусанная была, она могла умереть, знаешь. Да. Так, и где-то в этой куче всего добра мой фонарик теперь. Не надо было сбрасывать сюда. А, не, ну вроде она его нашла. Да все, уже на месте. Я самый ленивый. Мост профита был, Сергей. Ты ж первый помер, поэтому логично. Это все ты накаркал. Сергей молодец. Сергей красавчик. Все, и понял, как. Меня пчелы просто. Я бросил эту штуку, но они такие сказали, что нет, ты остаешься с нами. Умри еще раз. Ну что, по одному мы как-то ходим, наверное, плохо. Да, как-то совсем плохо. Да. Простите. Ну, одиночка. Кто уверен в себе, тот может одиночкой. Я ему показал знак, он туда попрыгал, а обратно не смог. Да, как да, там да. Рент? И сколько у нас денег? Или денег уже нет? Денег 447. Ну тогда на марч остаемся. Вроде на марче все да. Сухо. Садимся. На рент мы уже не можем. Боль. Кто уверен в себе, боль идет страдания. Куда хочет. А кто идет со мной? Женя, пошли со мной. Да, пойдем с тобой. Пошли. Я тебя, кстати, могла открыть, я тебе кричала, что... А, нет, вроде... Ну, я уже к тому времени ушел. Пошли. Да, ты,
Ты ушел, видимо. Потому что ты только ушел, и я тут же нахожу ключ. Я так. О, прикольно. Тут просто немножечко отходим назад. И в горку направо. Ага. И мы попадаем. Вот. Ну вот этот вот черный ход я хуже всего знаю, понимаю. Ну да, вот теперь. Что у нас дерев? Ого! Сколько всего тут? Ого! Ого! Все тут? Налетели, налетели. Я полон. Так. Андрей, ты со мной? Я с тобой, да. Пошли налево, вдоль левой стеночки. Пошли налево, да. Ай, я в трубах застрять. Вдоль лево. Так. Мина. Мина. Никогда не хочется ее обходить. А, ну да, и перепрыгивать тем более. Поэтому я боюсь. Все равно ее можно обойти более безопасно. О, я слышу Сергея. Сережу, да. Так, я вижу комнату Бракина. Комнату Бракина. Ну, она обычно пустая. Ну, бывает там что-то есть, это все-таки. Ну, бывает какой-то движок. Мне казалось, что Сергея задушила тварь. Не, я здесь. Ты здесь? О, господи, я... О, привет. Сергей, ты полон? Нет, там, но я вещи вынес на главный ход. Ага. Ага. Тихо! Я слышал еще голос. Это Денис, он там, в принципе, это был. Денис, он рядом. Он не чудовище. Я? Но тут что-то, да. Какие-то звуки страшные. Денис? Ну, когда один ходишь, они начинаются, да. Мы идем... потихонечку. Ладно, я к гану входа иду направо. Давай. Где-то был звук турели или мне послышалось? Пар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Денис. Денис, это да. Ты? Денис. Да. Тут пар. Да. Да. Мы киндеры, тут будут самый раз. Да, это точно. Сейчас. Готово. Ой, там за дверью что-то рычало. Блин, тут мины. А, как я прошел здесь и не умер по вот этой мине? Ага. О, фласк. Колбочка. Большой склад. На который Андрей любит падать. Да, я люблю падать здесь. Вот, вот именно вот в этом месте. О, есть большая ось и еще что-то. Еще чайник. Еще один фласк. Колба. Что, большую ось кто-нибудь возьмет? Ну, взял. Я на самом деле уже полон. Фонарик у меня. Мне бы вернуться, но только я не знаю куда. Ну, как бы знаю, но... Как бы знаю, но не знаю, да? Как бы знаю, но не как знаю. Как бы знаю, но страшно. Ага. Есть такое дело. Мы видели комнату Бракина, так что, возможно, Бракин где-то тут есть. Возможно, но не факт. Ну, может, он еще не вылез. Ну... О, металл, кусок металла. Не знаю, давай зачем. Давай возьмем. Ты взял? Так, да. Наверху что-нибудь есть? Я просто к чему это говорю? Что мы, когда Луну проходили, да, недельную, мы находили комнату Бракина, но Бракин не каждый раз, не каждую попытку был. Денис, можешь его запинать? А, стараюсь. Женя, беги к нам. Блин. А. О, все, он мертв. Ну, вообще, надо было подождать, пока он нас приведет к своему схрону. Желательно, но ладно. А, турель. Так. Да, не идем. Да. А то я помню ваши... Да, что тут, пробежим. И оба такие. Ключик. Нужен кому-нибудь ключик? Ну, давайте я возьму. Угу. О, Сергей. Если что... А? Сергей красавчик. Серега молодец. Дотащил вещь. Я тут вдоль левой стеночки иду и... Так, видишь, болтик впереди. Где? Вон. А, вижу. Болт. Может, как раз Юпи сюда его притаскивал. А. О! Лампочка. Лампочка. И еще стеклышко. Ага. Давай вместо... Я полон. Лампочку. Я могу выкинуть ключ, да, и выключить свет. Давай, бери.
Так, запертая, но мы выходим через эту. Да. Извините. Давай, Андрюха. Да мы идем просто вдоль левой стенки и надеемся... Да, на... только я, у меня перегруз чуть-чуть, 75 футов. Я бегаю, как у меня 79. Так, у меня 40. Андрей самый подвижный. Самый подвижный. И фонарика у меня почти нет. Ну и ладно. Я свой тогда поберегу, я буду лампочкой светить. Правильно. Только тебе надо его бросить, чтобы выключить обратно. О, ключ. Еще один, да. Где бы черный выход-то найти? Их же должно быть много. Хотя они были все в одном месте. Так, Сергей тем временем... Два в одном месте. А, стойте. Я... Что такое? Все, бегу. Все, мой фонарик закончился. Так. Могу скинуть свой. Может быть, ты мне свой фонарик дашь? Ну, у меня тоже маловато там. Ну, чтобы я хотя бы что-то видел. И ввел нас... К... Так, аккуратнее, тут мина. Так, да. Все, ничего нет. Дохлый ты меня вещи. Чуть на мину не пихнул. О, турель, ладно. Ну все, мы походили в этом месте. А, вот, юпи-бупи, все нормально, да. Уходим через... так. Вниз, там, вниз. Тут нам вниз и сюда. И сюда. А! Оба. А, жук, ползет вижу, за мной. Вижу. Бейте его. Убейте его. Уберите его от меня, да? Эквоксон забыл. Угу. Так, ну выходим на большую комнату. Да. Ага, да. Ого. А, еще один. Это тот же. То, а он не умер? Нет. Я не знаю. То он должен да, был... Женя, жива? Да, жива. Так, фонарик мой... Теперь нам... Сюда, по теперь вот этой. Нам, да. Сюда куда-то. Не падаем, плаваем. Не падать. Да. Андрюха, фонарик вырубился? Да, фонарик вырубился. Так, аккуратнее. Денис, а у тебя фонарик-то? Не, нету. Я был только со знаком. Вдоль правой стеночки. Ага. Я помню, тут пар был. Так, тут Андрей тупик. Его вырубил. Ага. Сейчас, похоже, я единственный источник света в этой кромешной тьме. Ну... С мегалампочкой. Нас ведет Вера. Да, Вера в Андрея. Так, я слышу собаку тяжелую. Тяжелую собаку. И паука чувствую. Чувствуешь? Паука. О, собака. Я слышу. А! Это Андрей. А как ты-то помер так быстро? Так меня грызанула собака, а я тебя. Ты меня? Ну, или я не знаю, съела это. Тем временем Женя выживает. Блин, паук. Тем временем Женя нашла паука, и у нее пар. Что происходит? И все, она. Беги, Женя, беги! Что творится? Молодец! Беги! Не знаю куда. Там что, две собаки, я не понимаю, они там одна. А две собаки! Да черт! Было близко совсем. Близко к чему? К чему? Близко к выходу. А, к выходу? Черт. А где там выход? Там не так, то он и да близко. Да там красным светилась уже лампа. Ну, единственный надежный источник денег это Сергей. Серега, просто молодец. Вытягивает нашу команду. Да ну, обидно, у нас столько денег было при себе. Там слишком много собак, там их две было, понимаешь, просто. Я еще не понимаю, как так. Только что Андрей умер, и тут Дениса не стало, и я так в смысле. Причем он, по-моему, умер чуть ли не раньше меня. Нет, собака кусачая. Собаки загрызли, как Андрей, кости. Андрей, вперед. Впереди стоял, я пытался махнуть. Я не знаю, а в кого я махнул. Но... Я видел, как вас убивали. Ну, наверное, ты попал в меня, а собака меня тоже кусила. То есть меня с двух ударов укатала. А собака и тебя, и меня одновременно кусила. Я еще и там это паук был. Да, я видел. Ладно, приземляйся. Выпустите Сергея, ты что? Я за кораблем, но ты... И как там за кораблем? Нет, вернись. Темно. Там космос? Да, темно. Там темно и там страшно. А куда мы? Давайте, кто хочет за корабль? На марш. Сейчас устрою. Ну что? А на марше норм? Сергей, ты идешь лучше всех, иди с Женей.
Нет, хотя, Женя, у тебя фонарик есть, пошли со мной. Да, пошли с тобой. Денис, надеюсь, этот раз нам повезет больше. Да. Ну, в смысле, нам-то повезло по качеству и количеству лута, но не повезло выбраться живыми. Ульев не видно? Не видно. Не видно. Кто-то один должен из всех нас. А вот Ули я вижу. Да. Да. Я могу попробовать его пособирать. Может, потом? Ну, давай потом, ладно. Чуть-чуть подавай, побегаем внутри. А, черт. Локт? Локт, это плохо. Но тут вроде просторно. О. Да, просторно. Пивко. Бутылочки. Локт. Так, чайничек. Да. Щиток. Открыто. Можно. Тут проклятый, блин, ключик есть. У нас есть ключ, если что. Угу, так. Да, там еще коридоры. Да, давай налево. Угу. Ясно. Тут это налево прям... как бы не шибко. Не шибко. Так, серверная, давай зайдем в сервер. Серверная. Какой-нибудь жесткий диск-то снять, нет? Женя, ты где там? Женя? Нет. Женя? Да, ты у меня на одном месте бегал. А у меня ты на одном месте бегала. Ну ладно, вроде бы. Так. Ну, вроде развисли. Так, кубик Рубика. Тихо. Вижу. Да, действительно, что-то я его вижу. Я слышал там какие-то неприятные шаги паука. Ага. Так, я что... тоже что-то какой-то топот. Топ такой, знаешь. Да, топ. Так что пойдем-ка мы как-нибудь. Как бы куда-нибудь-то пойти отсюда. Ну, можно, конечно, пойти на выход. Угу. Возможно, это было бы правильно. Но мы не ищем правильных путей. Пока у нас есть Сергей, а потом скажут, что Сергей уже помер, и шо вы умираете вечно. X8. Да. Да. Так. А, дверь это, которую я открыл. Мы... Пошли, да, тогда вот сюда. Это мы же сюда ходили. Угу. Назад это вот сюда. Да, и вдоль прав. Я могу какую-то дверь открыть, в принципе. Это... А локт? Ну, могу открыть. Или ты какую хочешь? Я хочу просто... Да. Давай ту, которая возле черного входа. Да, что-то. Я хочу... Не знаю, что я... Локт, подожди, а там есть что-нибудь? Стой. Там какая-то наконечность торчит слева. Я бы не хотел, чтобы ты туда открывал дверь. Все, я поняла. Так, ну-ка. Что говоришь? Я говорю, возьми пиво и неси это на корабль. На ключ тогда. Фонарик дать? Подожди, я хочу улей взять, он тот, попытаться. Ну, ключ в любом случае возьми, у меня руки. Ага. Так, пока. Тихо. О, на краполях. Бежим. Бросаем. Фу, тихо. Спокойно, ребята. Давайте жить дружно. Я люблю мед. И все любят мед. О! Так, это Женя принесла с бутылками. Так, я восстановился. Я восстановился, я бегу. Бегу. Так, бросаю. Все. Сделал все правильно, только вот... Я потихоньку подтаскиваю улей. Электрические пчелы.
они делают электрический мед. Блин. Тупые пчелы. Пчелы, встаньте от меня. Встаньте от пчелы. Умер. Но я улей принес. Ну, сможет ли его Женя взять теперь? Андрей? Ей надо запустить корабль и идти за ульем. Только так. Понятно. Нет, нет, не уходи. А, ну хотя бы тело. Нет, что ты, ты что делаешь? Так, ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Вы меня не троньте? Хорошо? Взлетай. Вернулись. Да не надо голосовать, пускай нас все неторопливо пришит. Может, тело там заберет мое. Вдруг это чуть-чуть поможет. А что она делать собралась? Я не знаю. Она может не знает, что она делает. Нет, улит. Нет. Ладно. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что у меня получится как у Сергея. Давай, беги, беги, просто пока ты бежишь туда. И я, наверное... И выносливость она все потратила. Не подумайте о том, что пчелы улетают. Не-не-не. О. А что происходит? О, нормально, нормально, все четко. Оп. О. С 54. Молодчина. Моя смерть была не напрасна. Все. Молодец. Сергей, ты-то как помер? Да так же, как и я. Мы зашли, мы зашли в угол, грубо концовку, хотели развернуться, и Денису свернули голову Бракину. Да, он вылез из вентиляции и... А, и сразу... Да, видимо, Бракин некуда было бежать, и он сразу свернул голову мне за компанию. Да. Да. Он тупик был, а Андрея короче, погрызли, как пчелы. Да, ну, да я, мы это наблюдали. Да, ну, я был сам виноват. Надо было раньше бросать, но тогда бы я не успел улей бросить на дом. Поэтому... Садимся? Садимся, ну, я да, на компанию. Вы выбрали базу-то? Да, да, Андрей компанию. Уже сделал. Но я забрала труд на ключи. Офигеть, сколько мы бабла потеряли. Сколько? У нас было 400 с лишним, сейчас 72. Ну ого. Да, трупы. Но 550 нам надо сдать, поэтому... Ну, труп Андрюхи я забрать как не смогу. Как насчет того, чтобы еще на телепорт накопить? Телепорт? Чтобы тела забирать? Да. Ну, возможно, да, стоит. Чтобы не терять так много на... Женя, сколько у нас на корабле? Вообще. 3337. Богатый. Ну как бы богатый, но мы тут благодаря Сергею богатые, который два раза выносил все. Оп-оп-оп, беги, отходи, Андрей. Он злится на робота. Он ненавидит робота. На шумы. Да еще и кто-то в колокольчик позвонил. О, 123, вот этот улей, конечно, сладенький. Ну это, видать, тот, который ты тащил. Так, нет, о, тот, подожди. Который тащил Андрей, был 54. Денис, за 120, а, или ты хочешь побольше там сдать? Ну, еще 205. А, ну улей как раз. 550 на рэп, чтобы взлетать, и еще на телепорт, там, сколько, 300 копейками. 96. На нет, смотри, подходишь сюда, наводишь... На да я знаю, телепорт я стоит 375, кнопочки. Слышите? Там 219 лежит. 219? 800, а, ну да, 200. 900, 925 нам нужно. Бабла. Угу. Бывает еще сверх... Сейчас у нас 636. То есть нам еще на 300... Почему 500? 564. А, стой, погоди, 564. Еще на 100. 564. Да ты не туда смотришь. А куда? Вон, я смотрю на профитку. 636 у нас сейчас. А, типа с наличных? Понял, понял. Именно. Нас. Именно. Нам нужно еще на 300 примерно. Ну, на 290... 289, если точнее. Чтобы купить телепорт и отправиться на рент. Так, тут 95. А, кстати, подумайте, будем мы... Фонарики нужны, у меня последний. У меня фонарик еще есть, конечно, один. У тебя есть один фонарик?
У меня один, да. И да, она выжила. Все четко. Ну и все, у нас два фонаря. Живем. 208. Так, звони. Сколько там? Welcome. 636. На корабле 2,5. Ну, почти 2600. Так, нам нужен что? Телепортер? Так, 208. Покупай телепортер. Нет, телевизион ты выбрал. Нет. Вот телевизион не надо, пожалуйста. Так. Отойдите, а то на кого-нибудь встанет телепортер. Ну, хоть не телевизион. Купил? Нет. Где он? Вот он. Вот. Он встал на наши вещи. Работает. Я практически видел свои пятки. Так, сколько у нас? Сколько у нас нужно денег? 90. Нужно еще 90. Ну или 80 копейками, там, 86 или что-то в этом. Нет, роде. Это очень сладкий улей. 148. 148? Да. Лампочка или чай? Да человек дешевле, дешевле. Продавайте дешевые предметы, недорогие. Да. Лампочку, ну, положи, верни сказать. Лампочку назад. Верни лампочку. Лампочка 80 ровно. Так не надо, нам надо 90. А, и сколько там? Сколько 86. На... Ну или сколько-то в этом роде? 25. 25, 47. 47. Еще давайте что-то мелкого накидаем. 47. А то, что вы, кстати, говорили за количество предметов на борту корабля-то? Вы проверяли? Может быть, говорили? Ну типа, если слишком много предметов на корабле, то они типа тоже не сохраняются. Когда? 73. Приятные звуки. Блин, вот топка. На грани прям. Так, сколько у нас денег? Сейчас скажу. 542, еще 8 надо. Металлические 8. Пластины. Это есть? Какой-нибудь форма. Что, Сергей, это слишком много стоит. Это же 50-ку там, 40-ник. Кстати, на рейде форма 3 час шторм. Черт. Так мы сейчас взлетим, может там погода поменяется. Так, пластиковая рыба 28. Может быть, это минимум. Да вот форма есть на 18 монет. А, ну давай ее. Смотри, у рыбы есть глаза. Где? У рыбы есть глаза? Ну вот, он черный такие. Упоротая рыба. Да, кстати. Упоротая рыбина. Упоротая, да, потому что у рыб глаза по бокам должны быть. А это вообще может рыба? Так, 18. Это точно рыба? Все, ну, 560, сколько? Отлично. А нам надо на рент? А что на ренте сейчас? Да, это хороший вопрос. На ренте еще шторм. Но у нас есть телепорт. Если кто-то выживает, он сможет сэкономить деньги. Тогда одного можем оставить. Ну чё, куда летим? Взлетаем пока. Угу. Так, Чёрт, что с вами? Мне нужно... А мне нужно не это. Сколько у нас склянок? Вот и достигнут. Сейчас еще. О, 47 бонус. Угу. Лопату сможем купить. 708. У тебя лопаты нет, да? Нету. О, у нас гранаты, между прочим, тут есть. Да. На Ренде шторм. На Марче тишина. Ну что, на Марч? Давай на Марч. Разомнемся. Главное не умирать, чтобы... Если кто-то умрет, тело возвращаем. Блин, но да. Если его тело съедят, то это будет плохо. Тело что? Съедят. Съедят. Когда тело исчезает и не ставит. Ну да. Червяк. Ну червяков. Ну червяков. Червяк или гигант? На Марче нет. Гигант. Да. Ладно, кто со мной? Не. А кто в космос улетел в прошлых сериях? Так. У кого есть фонарики?
У меня ничего нет, я вообще с голыми руками. У меня с фонариком. Иди с Сергеем, Женя, пошли со мной. Пошли. Пойдем, Серега. Команды. Так, я слышу мух. Распределились. Где-то слева от корабля. Ну я ладно. Я тоже, да. Тебя последнее время они как-то кусают. Ну, может и кусают, но ульи-то я приношу. Ну, да. Почти живой даже. Почти живой. Надо просто не жадничать. Я пытаюсь жадничать, и в итоге... Надо, спешишь, когда... спешишь. Надо бросать ульи, когда у тебя одно деление остается. Тогда ты успеваешь убежать. Тогда ты успеваешь убежать от этих пчел. Ага. Так. Давай, Женя, освещай мне дорогу. Так. Ну, я сначала сходила туда, где так, светло. Стой на месте, а я пойду... Стою. В эту штуку. Вдруг комната Бракина справа. Тогда я выйду к тебе, чтобы я ориентировался, а то я... Ага. Так, из какого мы коридора вышли? Из этого? Мы из вот этого, да. Хорошо, тут пойдем. Тут справа комната Бракина. А мы вдоль правой стенки? Нет, мы вдоль... Мы вдоль правой стенки шли. Ну, тут тупик, по сути-то. Угу. Оп, проползаем. А, ты так прям... Я прям по-жесткому. Прям по-жесткому. Так, а что тут ничего нет-то? О, ключ. Ну все, теперь ключ. Я чувствую себя мастером ключей. Да, и тупик. Вскрой тупик. Вскрой тупик. Главное дождаться хорошей погоды и выжить, и вернуться. Ну, конечно, 700 денег надо выполнять норму, это тоже не хухры-мухры. Немало, немало, да. Блин, шел-шел и никуда не пришел. Мы что, вернулись назад? Да, мы вернулись назад. Да, мы вернулись назад. Так, ладно, идем вдоль правой стенки тогда. Опять черный выход. Угу. Но если что, это... Так, о! Мегавоевый знак, который меня перегрузил. У тебя какой-нибудь предметик есть, или я пойду это отнесу? Нету, ничего нету. Потому что... Ну, тогда я пойду отнесу. Угу, хорошо. Так, о. Это что было? Это... Лампочку кто вытащил? Ну, кто-то вытащил. Так. У тебя же фонарик есть? Ты от... Да. Ты останешься или будешь... Что ты будешь делать? Или я хочешь отнести вещи? Чуть-чуть. Что ты... Я побуду чуть-чуть. Давай. Так, это, по-моему, классическая, которая слева от... Да, вот этот холмик. С перегрузом тяжело ходить. Поэтому надо бы его отнести. Мантикоила. Напуганные. Что там за камни такие висят? О, кто там? О, кто там? Сказал Андрей. Вы лампочку вынули, да? Мы? Справа о, от корабля. О, ты мне принес оружие. Да, я принес. А где, но оно 60... Она там еще ходит. Во тьме. Что она там ходит? Зачем? Я пойду ули попробую. А что ты ее бросил-то? Ну, потому что я тяжелый слишком. Я спросил, у тебя выбор есть, можешь остаться, либо это. Она решила походить еще с фонариком. Пошли ули доберем. Подожди, мне нужен, чтобы только один, иначе они будут преследовать. Ладно, я пойду дерну ули попробую. Я принес ули. Да я про другой ули, наркоман. Ага. Я готов и этот принести. Ну давай, покажи. Пошли, аккуратно только он в кустах. Ну, вещи только оставь. Да я все оставил, у меня и не было-то ничего. Стой, 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 в улей сейчас войдешь. Ага, войдёшь. Вот нормально. Он. Вижу его. Моя давай. Стратегия в том, чтобы пчелы могли кушать мед. Не кусили тебя первый раз. Нет, кусить-то первый раз это меня обычно кусают. Вопрос в том, чтобы бросить улей до того, как ты устанешь. Да, я понял. Хватай. Чего хватай? Я думал, ты схватишь. Нет, не надо, не надо отвлекать. Подожди, смотри. Давай.
уходи, уходи, уходи. Сергей, телепортируй тело. Вопли Андрея. Там просто слишком плохо. Понимаешь, один тули уже есть, а второй ули сложно закидывать, потому что тут только один заход. Совсем. Я понял, почему ты сказал, что. Я вижу твое тело. Что это у нас тут за выставка тел? Они добывают улей. Да, я так что, Серега скопировал? Тут... Андрюха, ты где? Что скопировал? Да, вот, а, он не знает, что ты умер. Ну что, а, да? Видимо, тоже нес улей. Денис, если им не давать улей, они преследуют до упора, и как бы это убивает. Ой, не иного, а... Да, я знаю. Вот, в этом, поэтому надо одному человеку хватать улей, и как бы одному уже нести. А потом ронять его, иначе они... Чтоб они... Нет, нет, нет. Вот, два тела. Ой-о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 й
плохая идея. Сделать. Это плохая идея. Да, меня уже куснули. Я тем более плохо. Тем более плохо, да. Она покусается от первых. Ух. Хотя, ладно. Нифига себе. Просто босс. Лайк и босс. А, чёрт! Сергей! А это как понимать? Как понимать-то? Женя! Всё, понял, лихо будет. Просто руидап фигарит. Всё украли. Как? Сергей, надо было... Сергей, почему ты так в углу сидел и они... Как? Фонарик такой снаружи лежит. Как так получилось? Чёрт! Надо было отойти, до чем вылететь. Они же не внутрь залезли, они сквозь стенки. Это был второй день, да? И денег теперь у нас нету? Да. Это было дно. Дно. Это было самое худшее, что мы только могли сделать. Да. У нас есть один фонарик, 4 ключа и 4 граната. Ну и мы на рынок не сможем теперь. Да, ну, Марч, 2 раза по 300. Нет, я все-таки давайте по одному. Каждый идет, куда справляется. Нет, на Марч мы не полетим. Почему? А там что-то плохое? Потому что там эклипс. Мы летим на офенс. Ты прям-таки разрываешь мне сердце. Это пчелы разорвали нас. Они просто забаговали, убили Сергея. Вот это была жалость. Убили Сергея и... Так бы все было исправлено. Женя, как ты-то умерла там? Надо было, может, подождать, чтобы они успокоились. Да я вот пыталась, надо было отбегать от корабля, не в корабль. Наверное. Да, не понять. Ладно, давайте... Уже не понять. Сделаем все. Просто выносим... Надо было просканировать, увидеть, что тут миллион денег. И выносить их. И выносить их. Давайте тут... 700 золота тут должно быть, так что хватает. Так, я, если что, с гранатой. Я, если что, с фонариком. Вооружен и опасен, да? Да. Я с гранатой и ключом. О! А чем мы будем бить-то? У нас лопат-то нет. Я пойду направо. Мы будем у нас есть Сергей. Сергей, может быть, и умер, но у него есть фонарик. О, Сергей вооружен. Сергей умер? Ну, в прошлой серии. Мы все умерли, но имеется в виду фонарик. Да. Он... Ну да. Он, как говорится, фонарик спас. Так. Я прыгну, поскольку... Потому что никто не любит прыгать. Допрыгнул? Допрыгнул. Знак-сигнал. Причем легенький. Давай. Давай туда. Где он? Я не прыгал, если что. А, я... Ну ладно. Там сверху тоже. Так, открытые двери. Кто-то здесь был? Я. А почему ты эту дверь... здесь нет, я не был. А почему вот эта дверь открыта? Или это нормально? Какая? Вот эта дверь. Я не знаю, какая, но... Но тут ты где-то здесь? Круги. Так, о, богатая комната. Очень богатая комната.
Осторожно. Можешь пойти? Осторожно. А, где ты? Где ты, где ты? Так тут можно просто пройти. Денис, Денис, Денис. Стой, 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 стой. Я уже почти здесь. Раз. О, я живой. Охренеть, я выжил. Да, я тут, я тут. Денис, давай. Все. Фу. Спасибо. И, блин, мина. Четко. Блин, как я... О, граната. Где? Он под тобой валяется. Беру. Так, там какую-то собаку я видел вдали. Я что-то заблудился от того, откуда мы пришли, пока я тут бегал как сумасшедший. О! О, здравствуйте. Господи, что это за жуки такие? Откуда вы пришли? Мы как? Выжили. Аккуратнее, там собака есть где-то. Ага. А куда идти? Не знаю. Я с этими прыщами заблудился. Вот вы считаете ко мне. Сергей, это ты ведешь нас с бутылками? Да. Да, Сергей. О. В ту сторону я видел там шаги дикой собаки. Может, здесь фонарик, а я пока вещи потаскаю. Да я бы тоже вещи потаскал. Тут слишком много тяжелых предметов. Давай я тоже с тобой помогу. Ну, тут не сильно много денег. Ну, дайте фонарик, алло. У меня я полный, тем более. Сейчас. Фонарик-то. Сейчас, Сергей. Серег. Че они? Он несет фонарик, все нормально. Фух, спасение в последнюю секунду. Конечно, просторы такие против червяков всяких и собак. Тихо, спокойно. 68 килограмм. Чем раньше я это занесу, тем 44, 70, 10, 10, блин, два куска металла. У меня есть мысль, можно посбрасывать вещи вниз. Вещи посбрасывать вниз. О, 54, 50, это уже сотенка. Главный вход. Нам надо 700. Я понял твою мысль. Погоди. А. Ты ждешь меня там или где-то? Так. Да можно было туда не туда. Ну ладно, сбрасывай. А! Ну, я сбросил. Иди туда на следующий. Угу. Я еще покосился, наверное, чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже плохо. Так, звук утих. 47-45. Надо, видимо, экономить. Блин, где-то тут червяк, что ли, подо мной ходит? Так. Осторожно, тут червяк где-то ходит. Червяк, не собака. Так уж бегай. Если что, то надо куда-то бежать. По сути, у нас деньги-то оставались, можно было... Блин, тут... А где-то здесь. Этот червяк долбанный. Так, он где-то вылетел. Ребята, вы там живые? Ребята... Полагаю, нет.
Ой, да запарил ты меня. Спокойно, я живой, все в порядке, 6 часов. Как же он хотел моего мясистого тела-то отхавать. Сергей, ты жив? О, ага, алдагон их. Денис, живой? Сергей. Он не шевелится. Ну их собака съела. Сергей, я тебя не слышу. Включаю микрофон. И, наверное, улетаем. Да-да-да, все, давай, улетать. Улетаем? Улетаем. 363. Меня там червяк... Хорошо. Червяк чуть не съел несколько раз. Я ходил, он там жевал-жевал. Меня тоже один раз чуть не сожрал. А потом один раз я уже я видел... Я слышу над собой урчание и сразу бегом. Да-да-да. Я бегу, у меня земля колышется, такой, думаю, все, я умер. Но он такой сзади меня там вылетел, такой... О. И сзади меня тоже улетал разок. 373. Вас собака схавала, да? Меня собака, а Женю это... жук с потолка упал. Блин, сколько же этих жуков там? Не, мне кажется, меня собака догрызла, пока жук меня жевал. Не-не, ты села по стеночке, сползла и все. А, понятно. Ну, 384 показывает. Ну вот надо еще столько же. Нам надо 700. Офигеть. Может, купим сразу туда второй телепорт? Чтобы закидывать туда случайно? Мы можем фонариков сейчас закупиться. У меня лопаты нету, можно меня закинуть туда. Ну, да, любого из нас можно закинуть. Ты думаешь, а у нас хватит денег-то на второй телепорт? Это он стоит тоже прилично. 425, не хватит. Не хватит, ну слишком дофига. Может, просто можно фонариков и лопат напокупать, если... Ингалятор можно. Стоит со скидкой 36. Забган стоит 160 со скидкой. Купи забган, вдруг пригодится. Для чего? Два фонарика и лопату. Такие... Куда полетим? На Марс? На Фэнс? На Фэнсе собак, мне кажется, много. На Марс. На Марс. Там больше шансов, что получить. Женя, ты что-то живая с нами? Живая. Да, я живая. Вон она там в хламе копается. Это вообще-то... Нет, это Сергей. А, это Серега? Блин, надо костюмчики купить. Ладно. А так у нас есть желтый его. Оп. А чё мы... Я не знаю. Я не знаю, что мы их не надеваем. Так, это Марч, да? И, да. И я побежал, наверное, а вы берите фонарики. Кто хочет, потом ко мне приходите сзади. Я немножко что сзади? В заднюю черный ход. И тогда мы будем разделять и властвовать. Нам надо 300 денег. 350 желательно. Это довольно дофига. Время на то, чтобы получить с елки нету. Да нет. Нет. Я не буду с пауком там воевать. Я буду убегать. Ля-ля-ля-ля. А! Люди, есть кто-нибудь тут? Кто-нибудь тут еще есть? Кто-нибудь тут есть, люди? Да, есть. Да, есть. В том портале так, ну, Серега, там... Серега, я так понимаю, без фонаря? Паук, я не хочу туда идти. А! Вы забрали все вещи? Мы не на корабль. Вы все вещи забрали, а? Да. Там я улей подтащил к кораблю, но не закинул на корабль. Я могу попробовать этим заморочиться. Ну, попробуй, конечно. Бегите пока, лутайте, нам нужно много денег. Куда пойдем? К Сереге? Да. А он куда пошел? Главное. Да беги ты, беги уже. Все, я сделал все, что мог. Улей обезопасен. На самом деле надо его, наверное, носить сюда, а потом вот следующим ходом закидывать.
Вот так вот это будет более тактически верно. Ну. Век живи, век учись. Так, о. Движок. Блин. Вынесу сюда. Не знаю зачем. Каждая копеечка нужна. Большое помещение. Так, 53, 22. Это уже сотенка. Мегасклад, в котором ничего нет? Серьезно? Ну как ничего? Ага, мегапауки. Я понял. Так, так, так. О, вот это подарок. Вот это подарочек. Так, я вижу там болты. Я боюсь их взять. Главное не навернуться здесь. Шит металл, ладно. Уже 45. Уже не весело. Угу. Звуки мин. Так, я не уходил по лестницам. Я предпочитал двигаться так. Теперь надо предпочтительно выжить. Выжить и вынести это все. Так, 50, двадцатка. Так, ну, улей, конечно, непонятно, сколько стоит. О, улей 130, зачем вы его занесли внутрь? Там сейчас пчелы будут безобразничать. Или я ошибаюсь? Или они этот улей там вынесли? Ценой жизни. Ага, Локи. Сергей. Но с другой стороны, раз тело подобрали, значит там внутри все хорошо. Есть кому подбирать. Алло, 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 люди. Женя, сходи к тому. Нет, Женя, собака. Женя, сходи к тому черному ходу, там что-то я оставил. Я вот туда и бегу. Ага. Вот этому? Да, да, да. А, я слегка перегружен. Сергей умер за улей. Ну, мы ему сказали отойти, а видимо, не до конца. Недалеко отошел и попал под раздачу. Так, сколько времени тут еще? Я где-то улей вижу впереди. Или это вы там пчелы унесли? Это там пчелы летают. Я попробую сходить в дальнюю. Просто сходить. Не, не ходи туда, там пчелы. Да нормально все будет. Пчелы вон справа, я налево. Мне чисто глазиком одним глянуть. Так. Что тут у нас? Зачем вы меня забираете? Зачем вы меня забираете-то? Что за красная точка там была? Я не видел красных точек там. Ты зашел, там была красная точка. Я тебя дернул, потому что я боялся, что ты помрешь. Ну, если бы она на меня набросилась, может быть, это муха была. Не знаю. Там вроде муха прыгала. А ты видела? А ты-то откуда видела? Да. Ну, я когда вышла с черного хода, так, посмотрела в сторону. Женя, сколько у нас денег на корабле? Нам хватит на 708? Не-не, Андрюха просто внутри был.
Там еще 618, и вот улей, который я вроде бы на кораблик там зацепил. Он там на... Да, там еще улей конце... есть. Сколько денег? У нас, Жень, сколько 900... на корабле? 982 показывает. Нам хватит, Андрей. Нам хватит? И сейчас мы еще улей дотянем. Взлетаем, да. Короче. Давай. Взлетайте, а я дотяну улей. Ну давай. Подожди, подожди. Я жду. Вещи? Тут вещь какая-то, нет? А, точно, улей. Бери, бери, бери. Побежали, побежали. Бегу, бегу. 139. Вкусно. Отлично. Да, это вместе с улеем показывало 982. Серега погиб не зря. Отлично. Серега молодец. Не, ну этот-то улей я принес. Он самый профитный и самый ленивый. Вы другой... Мы достали больше, чем есть на планете. Вы другой улей занесли, а вот этот два улья в итоге в этот раз занесли. Я не понял, у меня что, медом намазано? Я дальше всего стою от пчел, они все равно летят или нет, уже не первый раз умираю из-за этого. Ой, жесть какая. Ну, любят тебя они. Сказала бы, где их любовь не видала. Но следующую... Мы либо летим на Рент, в любом случае, либо на Титан какой-нибудь там, на что-нибудь крутое, жесткое. Ну, может быть, Титан просто, чтобы просто было сходить, выходить. А на Титан денег не хватит, мне кажется. Так, ну ладно, мы сейчас летим на... Сдаемся? Да. Радуемся. А, хотя хватит нам на Титан, да. Так мы сейчас 700 денег сдадим, в любом случае. Так, давайте... Не, плиты не сдавай пока, Жень. Сдавай какие-нибудь... Нет. Это десяточки, мы, если что, мы их там подшлифуем. Угу. Да, нам почти все сдавать-то надо. Все? Нет, не все? Подходи, бежим. О, давай гуделка. Я его подраконил. Да давай. Зачем? Зачем? Да я его подраконил. 350. Сейчас Серегу такого хром. Сергей, не сдавай пока металл-то. Ну, хотя ладно. Я думал сэкономить. Не сдавай пластины, они дешевые. Вдруг пригодятся. Знаю, поэтому я их сдаю. Так, ну, может быть, в этом и смысл есть. Сколько мы сдали? Сколько у нас там? А у нас немного. 515. Все, думаю, этого хватит. Сколько вы там сдали? Много. О, ну не, Андрей, да. Не подходи. 260. Вот, говорю, надо поменьше сдавать, чтобы на следующий раз был шанс, а то опять не схватит 5 копеек. Не сдавай, не сдавай. Может быть, надеюсь, 272. 270. Так вот ты, по-моему, перебор. Во, хватило. На 80 больше. Так вот эти 80 можно было на следующую квоту отдать. Так. Да нормально. Тогда, наверное, просто взлетаем. Да. Закупаться не будем ничем. Да, нечем-то особо. Если мы... Вы хотите на Титан. Да мы и можем на Титан. Мы сейчас выберем просто там, где безопасно. Если что, на Рент. Если нет, то на Титан. У нас есть гранаты, чтобы убить человечков этих. Было так приятно. Вот что теперь? Квота достигнута. Овертайм бонус 0. Вот, спасибо, 0. На, 1000. Просто каждый раз выноси по 300 и все. Но, думаю, на этом эту серию можно и закончить, я думаю, да? Да, видимо, да. Так. Спасибо вам, дорогие товарищи. Надеюсь, у нас зрители поддержат лайками за то, как мы хорошо стараемся. Сергея, например, передадите привет, потому что он лучший. За его отверг. Да, с вами был Андрей, Денис, Женя и Сергей. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч. Всем спасибо, всем пока. Сергей, что ты пишешь? Серега пишет. Ничего. Ничего, ну и ладно.
Все, закончил запись. Все.